Всем привет, добро пожаловать в новый влог, врываемся в Новый год с новыми силами, с новыми идеями. И этот влог у нас с вами будет таким для разгона. У меня для вас сегодня и мотивация на всякие домашние дела, и находки. И немножко тут придем в себя после новогодних праздников, рассмотрим мои покупки, мои подарки. Я вот, чтобы вы понимали, некоторые посылки получила 2 недели тому назад, не открывала, чтобы вместе с вами распаковать. Но для начала мы с вами займемся порядком дома. Конечно, не то чтобы вообще полная катастрофа, но еще чуть-чуть это начнет напоминать Армагеддон. Причем я как бы не преувеличиваю, но с этим нужно что-то делать. И у меня прилив сил, поэтому воспользуюсь таким моментом. Ну а посылочки мы с вами тоже рассмотрим потом, когда я закончу. Вообще у нас дома ситуация всегда гораздо лучше, но как-то было очень много праздников, мы несколько недель все находились дома, мы никуда не ездили. Декабрь выдался достаточно сложным, но я рада, что мы через это прошли. После операции я дала себе время отдохнуть, восстановиться, особо не активничала. Я во время вот этого отрезка влога показывала вам свои какие-то любимые вещи для уборки, и ссылки, названия я оставлю вам в инфобоксе. Я не знаю, как справился мой муж, но в основном все, что связано с домом, с собакой, с детьми, свалилось на него, и они делали все, что могли. И я рада вообще и очень благодарна за то, что именно так все сложилось. И сейчас даже в рамках какой-то физической активности я решила сама убраться. Мне по-прежнему пока что нельзя заниматься спортом, поэтому хоть какая-то активность помимо прогулок мне не помешает. Я также добралась до тех шкафчиков, в которых не успела навести порядок перед операцией, перед праздниками. Я перебрала всю аптечку до этого, чаи, такие какие-то критические моменты решила сразу. А тут мальчики сами там докупали что-то с папой и просто складывали это в шкаф. А я люблю, чтобы крупы какие-то сыпучие были пересыпаны в контейнеры. И вообще стараюсь следить за тем, что у меня есть, чтобы не заводилась моль. И это тоже гораздо удобнее. Поэтому попересыпала. Я также использую вот такие клипсы для тех сыпучих, которые у меня в меньшем количестве и которыми я пользуюсь не так часто. Контейнеры у меня из Икеи. Я ими очень довольна, но со временем они немножко где-то затерлись, потемнели крышечки, они особо не отмываются, ну и далеко это даже не очень-то и заметно. Я какое-то время тому назад, года полтора, возможно, год назад, купила специальные наклейки, на которых можно белым фломастером, белым маркером написать, что и где находится. И вот как раз в той ситуации, когда мужчины были сами на хозяйстве, это очень здорово выручило, потому что они четко знают, где и что, и больше не пересыпают сахар в контейнер с солью. И я купила, или Настя мне подарила, это не столь важно, но белый маркер, который стирается с этих наклеек, и когда у тебя влажные руки, хочешь не хочешь, где-то надпись может пострадать. Но если вы неудачно что-то написали, то можно влажной тряпочкой это вытереть и сделать так, как хотите. И также я решила перебрать все свои запасы. Я тот человек, который готовит много, любит разнообразие. И я тоже не люблю по каждому поводу бегать в магазин. Мне нужно, чтобы у меня было достаточное количество макаронов, гречки, всего остального. Но нужно следить за тем, чтобы ничего не портилось. Если какие-то сыпучие, вот как я показывала, семена чиа, какао изначально продается в удобной упаковке, еще и с надписью, я это оставляю и потом только докупаю уже в чем-то мягком и пересыпаю. Как бы я не старалась следить за своими запасами, все равно я нашла 3 соевых соуса. Также достаточно сильно пострадал наш тостер. Я не знаю, что делали с ним мужчины, но что-то пошло не так. Наверное, пролился сыр и очень сильно все запачкалось. У меня есть очень классное средство, которым я пользуюсь уже больше года. Даже около 2, наверное, это Nanomax. Иногда продается в Росмане или онлайн можно найти. Вот так вот заливаю
какую-то поверхность металлическую, это камин, это может быть духовка, тостер, что угодно, оставляю на какое-то время, обязательно нужно пользоваться перчатками, и потом к этому вернусь. Также мне нравится бытовая химия, которая не ядреная, от бренда Frosch, она отлично справляется не с какими-то, знаете, глобальными загрязнениями, и у меня также есть их средства для душевых кабин, для ванной комнаты и для кухни. На основе соды, наверное, вот этот, я, честно говоря, даже не анализировала, какой основной компонент, но, как видите, все очищается и все нормально. Духовку я просто протерла, я не особо что-то запекала, она не запачкалась, и вот эти тряпочки из AliExpress, девочки, это мой настоящий must-have, я ими пользуюсь очень давно, у меня их так много, и это то, что хорошо и отмывает, и полирует, и только для чего-то, вот знаете, где нужно конкретно как наждачечкой такой тереть, я беру что-то другое. Это максимум, что можно было выжать из нашего старого тостера, это тот прибор, которым я пользуюсь, и дети, и муж чаще всего, но любят они горячие бутерброды. Я и вафли жарю в нем, это бренд Tefal, у него сменные панели, которые как раз мылись в посудомойке, и он недостаточно просох, у меня вышибло электричество, но я уже научилась все включать. И, кстати, девочки, спустя несколько месяцев наконец-то обнаружили, откуда в доме был такой запах гари, плавленного пластика. Оказалось, что у нас сгорел двигатель в центральной системе вентиляции. У нас типа как, знаете, не обязательно проветривать даже дом, открывать окна, то есть постоянно поступает свежий воздух, он проходит через фильтры, и таким образом, в принципе, дома меньше грязи, и постоянно есть вот эта циркуляция воздуха, и он также свежий. Выяснили, что он сгорел, поменяли, и все нормально. $400, и все снова счастливы. Я очень рада, что я взялась за уборку в кухне. Это сердце нашего дома, это то место, где я провожу больше всего времени. И я очень люблю, когда порядок, когда чистота, и когда у меня все под рукой. Пока я мыла какую-то рабочую поверхность, протирала плитку, помылись части от моей кофемашины, тоже было очень много гостей, мы с мужем пьем много кофе, поэтому ее нужно мыть регулярно. Мы вызываем клининг раз в полтора месяца, это не дешевое удовольствие, этого абсолютно недостаточно для того, чтобы дома было чисто. Все-таки, когда дети, ты готовишь, какой бы ты аккуратный ни был, все равно где-то что-то ляпнешь, рассыпешь и... Ну, я не могу это так оставлять, я не знаю, как люди там даже раз в неделю могут сами что-то сделать и ничего не трогать. Плюс мусора у нас тоже всегда очень много, и мы делаем сегрегацию. Наконец-то его заберут после праздника, просто горы. Я закончила красота, шик и блеск. Все, как я люблю, все по-моему, потому что это мое царство. Я здесь провожу больше всего времени. Я потом еще подключаю электронику. Но я очень довольна тем, что у нас вот такие позитивные изменения. Новый год, так сказать, с чистого листа. Вчера допоздна тут убирали елку, новогодние украшения. Господи, мы с детьми сняли все игрушки, а Томик потом выносил ее. И, слушайте, мы, наверное, будем собирать иголки теперь до конца этого года, до следующего Нового года. И посмотрите, я принесла сюда старый ковер, покупала его в Максфлизе, есть такой магазин. Наволочки на подушке из разных магазинов, я даже не помню откуда. Но приблизительно так выглядел наш интерьер 6 лет тому назад, когда мы переехали сюда, и сразу так много места без елки, хочется какого-то минимализма, не наставлять кучу всего, но все-таки олени и звезды я пока что оставила, потому что не было времени, честно говоря, снять звезды вчера, а олень хорошо сюда вписывается, и у нас вроде как зима, поэтому все окей, и такой цветовой гаммы у нас тоже давненько не было, просто синий, серебристый, белый. А, и салфеточку, пожалуй, не буду убирать, потому что она тоже такая не совсем новогодняя, а скорее как
зимняя. И она на самом деле очень нарядная, я ее люблю. Расшита бисером. Была утром на реабилитации, рядом есть Пепка. Это всегда опасно. Покажу вам, что купила. Во-первых, вот такие бумажные мешочки, типа как для ланча. Потому что я кладу бутерброды Захару в ланчбокс, но ему так удобнее есть. И вообще ланчбокс тоже меньше пачкается. Игрушка для Юкса, она куда-то позаносила очень многие свои, поэтому я ее вот постепенно докупаю, когда бываю в каком-либо магазине. Сейчас она вернется с улицы, дам ей. За время праздников мы сожгли много свечей и взяла новенькую, которая хорошо нам подойдет. Видите, цена тоже небольшая. И она, кстати, крупная. Припылилась немного в магазине. Постараюсь как-то это снять аккуратно. И здесь три фитиля. Надеюсь, они будут гореть равномерно. Ну, что-то как-то мои праздничные свечи не все меня порадовали. Вот такие соевые из Пепко я люблю, с ароматом иланг-иланга, и она темно-серая. Вот цены 9 евро. И здесь фитиль такой, даже целых три, которые трещат. То есть создается ощущение того, что ты где-то там рядом с камином или рядом с костром. И крышечка вот такая. Универсальная, но они есть там и поярче. А вот синих, как назло, и голубых не было. Вот еще одна такая белая, супер универсальная. И мне очень нравится крышечка. Это тоже соевая свеча. Аромат у нее такой сладкий, пудровый. На распродаже взяла подсвечники только для тилайтов. Это рождественская коллекция. Мне они очень нравились. И я потом жалела перед праздниками, что я не купила их. Много где распроданы. Все-таки они такие необычные, как будто покрыты вот изморозью, да, и где-то на праздничном столе или во время обеда можно расставить, очень эффектно смотрятся, однако, и стоили совсем недорого. Это тоненькое стекло, нужно быть осторожной, чтобы не поразбивать их раньше времени. Они мне точно пригодятся, я обожаю такие маленькие, они не занимают много места, и тоже раз купишь, и потом только вставляешь тилайты, они гораздо дешевле, чем вот такие свечи. Также взяла несколько хлопковых полотенец домой, потому что старые уже и повыстировались, и там пятна, которые не выводятся. О, кстати, покажу вам сейчас классный пятновыводитель. И вот тоже синий будет в тему. Хотя я особо не заморачиваюсь, а вешаю те, которые есть. Сначала они висят на духовке в качестве декорации, а потом переходят в раздел тех, которыми вытираем руки. Ну, у меня свои заморочки. Слышали? Ну, кстати, некоторых раздражает, насколько сильно трещат свечи Woodwick. Вот эти из Pepco трещат не так громко, наверное, но все равно, когда ты находишься в тишине там и релаксируешь, то это как бы слышится, и также никогда они не горят высоко, вот так вот буквально только тлеют. Специально тут все позажигала, чтобы вам продемонстрировать. У нас скоро будет темнеть, зато такой уют дома. Вот эти подсвечники, конечно, просто роскошные. А свечу можно купить даже на подарок. Она такая, знаете, презентабельная. Еще дорожечку чистую постелила, тоже не новую, но все равно так приятно. Еще, как подумаю, о втором и третьем этаже, но там не такой беспредел, как был здесь. Так, девочки, показывала вам в Инстаграме, покажу здесь, вы должны об этом знать. Это очень классный пятновыводитель в мыле, удобно. Мне подсказали его мамы с нашей школы. Я недавно капнула на спортивный костюм тональным и не сразу даже затерла мылом перед стиркой. То есть тон высох, и, слушайте, отстиралась, нет и следа. И, конечно, на детских белых, особенно футболках, работает отменно. И у нас это мыло можно найти в Россмане, но не в каждом. Если в Россмане не будет, то на Allegro или в каких-то других магазинах. Я заказывала онлайн. А еще, девочки, будучи в бытовой тематике, я сейчас тестирую вот такой порошок в листовой форме. Для меня это какой-то разрыв шаблонов. Но многие фабрики это уже производят, не в Польше. И я это делаю как бы не для Ютуба. Это не реклама бренда, к сожалению.
У меня, кстати, тоже есть прямо из фабрик листовой порошок, то есть вместо капсул, вместо порошка в такой вот рассыпчатой форме. Вот таким будем пользоваться в ближайшем будущем. Очень многие бренды будут это выпускать. И на самом деле интересный факт, что в производстве, ну, универсальные и для цветных вещей ничем не отличаются. Они даже могут быть одинаковыми по составу, представляете? И в зависимости от загрязнения вещей ты кладешь одну или две. Вот здесь есть классная инструкция сзади. Это Томик, наверное, в Росмане купил тоже. Потому что я этот бренд видела в Ашане, но я туда не хожу. Не знаю, он принес домой. Вот. И это очень сильно пенится. Это отстирывает точно так же, как обычный порошок. Но от этого бренда всегда будет дороже. Хотя я хочу вам сказать, что это удобно и не занимает много места. Вроде как эко-френдли тоже. Такие интересные находки. Часть свечей я, конечно, уже повыбрасывала. Вот это из IKEA абсолютно бестолковая, как оказалось, потому что она очень странно горит, и вообще она просто сама затухает. Со временем придется ее выбросить, к сожалению. А вот это мне очень понравилось. Это Синсай. Если бы Синсай был поближе к нам, то я бы туда съездила, но мне было сегодня не по пути, как-то доберусь. Очень красивая и нежный, ненавязчивый аромат, от которого не болит голова. Прям суперский. И это была рождественская коллекция. Практически до конца сгорела. Если бы как-то ее там, знаете, подрезать правильно, то я думаю, что воск полностью плавился бы. Но в большинстве свечей у меня нет таких проблем. И в принципе с этой еще окей по сравнению с икеевской. Ну а теперь переходим к тому, что мы все девочки любим, к распаковке. И начну с самого долгожданного. Я, по-моему, вам уже прожужжала все уши об угах. Это уги Ультра Мини. У меня просто целая эпопея с ними, потому что я очень долго пыталась выловить свой размер, и я читала много отзывов, кто-то писал, что они мало мерят, у меня тоже были и классические уги. Короче, я купила в итоге не ту модель, 39 размер, они мне были велики, тоже на платформе, но не на такой высокой, и так как я их быстренько обула на улицу, они мне были великоваты, я туда вкладывала стельку, тоже шерстяную, из овечьей шерсти мне моя подружка дарила, и я понимала, что я не смогу в них ходить, потому что они на меня великоваты, я в итоге подарила их маме. Мама уже уехала домой, но себе таким заказала. Девочки, есть фанаты угов, а есть те, кто на дух их не переносит. Я отношусь к тем, кто их обожает. У меня они в цвете camel. Высота платформы, наверное, около 5 сантиметров. И я выбирала между цветом camel, который сейчас у меня в руках, и бежевым. Но потом решила, что возьму camel. Они как-то и к шубке подходят. И вообще у меня очень много бежевых вещей. Чтобы не сливаться в одно бежевое пятно, пусть что-то будет в такой карамельной гамме, но они не очень яркие. Кстати, вот сейчас они могут казаться достаточно массивными, но на ноге выглядят аккуратно. И где я их нашла? Я вам рассказывала, что есть такой интернет-магазин Prime Goods. Он доставляет по всей Европе. У них есть не только Уги, но и Adidas, Gazelle, все самые популярные модели Nike, New Balance, Easy, и Уги Tasman, и повыше, в разных расцветках. И у них есть размеры в наличии. Я оставлю вам ссылку внизу, девочки. Их очень быстро разбирают. Я пыталась их поймать полгода, наверное, и мне это не удавалось, при том, что я еще тот шопоголик. И также Prime Goods предоставили мне 10% скидку на все уги для моих зрителей, поэтому кто давно их хотел, или классическую модель, или вам нужны там Nike Jordan, или еще что-то, у них правда очень много трендовой, удобной обуви casual, и также спортивные, и слайдеры easy. В общем, оставляю вам контакт внизу, и со скидкой у вас будет 10%, минус 10% именно на уги. Пользуйтесь, сама нашла и делюсь с вами, хотя я могла бы их здесь на YouTube не рекламировать, но я просто знаю, когда тебе что-то нравится, и ты не можешь это поймать, это начинает аж прямо раздражать.
а у них регулярно есть поступления, и сейчас суперактуальные модели у них еще есть. Что касается вот этой модели, в ней еще теплее за счет того, что есть все-таки платформа, и ноги не так мерзнут от промерзшей земли. Но имейте в виду, что они все-таки низкие. И по сравнению с классическими, они, конечно же, ниже. Я зачастую надеваю теплый носок, или леггинсы утепленные, или просто какие-то трикотажные брюки, и даже в сильный мороз я в них не мерзла. Также, девочки, хочу вам сказать, что если у вас высокий подъем, то ультрамини могут быть вам тесноваты вот здесь. У меня нога такая средняя и не супер узкая, и мне окей, они не шлепают, не спадают, и мне в них удобно. Но если у вас, вот вы знаете, что высокий подъем, лучше отдавайте предпочтение чему-то другому. Сейчас покажу вам их на ноге и наконец-то смогу носить. Между прочим, я еще и купила пропитку, не знаю, первую попавшуюся, потому что ту, на которую я положила глаз, тоже не поймать. Я не знаю, что такое. То ли меньше сейчас товара завозят, или в чем проблема. Ну, в общем, взяла какую-то в магазине. Нужно будет хорошо их сбрызнуть для того, чтобы они не пачкались и не промокали. Вот так они смотрятся. Достаточно аккуратно. И у меня 38 размер. Мне вообще прям хорошо. Не давит и не шлепает. Я, при том, что моя мама скептик, и она вообще не рассматривала покупку такой модели или похожих. Она теперь тоже модничает, ходит. В общем, моя зимняя модная мечта, как видите, сбылась. Так, теперь моя покупка еще с прошлого года. Ее отшивали из-за большого количества заказов на Black Friday и перед праздниками. Меня сразу предупредили, что мой заказ приедет в январе. Господи, я потерялась, какой месяц. Я вообще даже еще не осознаю, что Новый год прошел, и у нас 2024. Скоро уже, наверное, осознаю, что Новый год. И, девочки, мы с подружками часто обсуждаем какие-то сумки. Я заметила, что сейчас такая тенденция, мы больше не про бренды, а что-то такое помельче, локальное. И таким образом я случайно наткнулась на польский бренд Bigordi. И я даже присылала своей Насте эти сумочки, показывала ей их. Они очень красиво выглядели в их Инстаграме. И я не могла определиться с цветом, но я давно хотела себе шоколадную сумку. Они есть разных цветов, там начиная со светлых, причем есть и теплый, бежевый, и более тауповый, но тоже светлый, шоколадный, черный, яркие какие-то. Но мне показалось, что вот именно шоколадная отлично дополнит мой сумочный ряд. И чем еще интересна эта модель? Во-первых, она может носиться таким образом, то есть просто взять в руку. Мне, кстати, очень удобно с такими сумочками. Также дополнительно в комплекте шел в цене уже сразу вот такой небольшой ремешок. И это все дело можно пристегнуть и носить на плече. Вы можете сами выбрать цвет фурнитуры, серебро или золото, что тоже здорово, я считаю. И это не совсем дешевая сумка. Вот так повесить на плечо и тогда освободить руки. Среднего размера, можно сказать. То есть это не совсем малютка. Еще в комплекте шла длинная ручка, регулируемая, благодаря чему сумку можно носить через плечо. Но я не буду пользоваться этим ремешком. Я покупала ее для того, чтобы брать ее с собой вот в таком виде. Пока что я не вижу, чтобы она как-то прям красиво выкладывалась, как у них в инсте, не знаю. Вот так это выглядит. Если ее сильно нагрузить, то она начинает проседать. Может, мне надо им как-то написать? Не знаю. Не то чтобы я довольна прям на 100%, скажу вам честно. Пока у меня была мама, мы ездили с ней в торговый центр, так сказать, развеяться. И толком ничего не купили, у нас даже не было такой цели. Я приобрела детям спортивные костюмы в Заре, какие-то там рубашки. И для себя я больше нашла онлайн. Что из этого получится, мы с вами рассмотрим, потому что посылки из Зары тоже лежат. Но мы зашли с ней в резорт и нашли там
классные, симпатичные шапочки. Они акриловые, недорогие, но до минус 5, когда развязаны волосы, мне, в принципе, не холодно. Я ее уже надевала, и проблема со светлыми шапками состоит в том, что если ты накрашена, какой бы стойкий тон ни был, всегда что-то отпечатается, и я регулярно сдаю их в химчистку. Пока мои светлые шапки в химчистке, мне тоже надо что-то надевать, и я больше всего люблю светлые шапочки. Она такая немного пушистая. Здесь один отворот, да, получается. Сейчас я с завязанными волосами не могу вам продемонстрировать, но имейте в виду, что когда на мне будет эта шапка, это резерв за несколько там, долларов. Где-то около 10, наверное, она стоила. Но сейчас еще больше скидки, поэтому я уверена, что вы можете ее найти еще бюджетнее. Также мне понравился буклированный шарф. Я вернула тот из Зары, большой. Как-то, не знаю, мне кажется, это не очень удобно. Мода модой, но удобство превыше всего. Хотя, девочки, буклированный шарф, вот типа как мой свитер. Кстати, свитер уже... года 4 я заказывала его на Ансере, это Томми Хильфигер, и сейчас вот все такое букле, супер популярная мебель и одежда, и аксессуары, и обувь даже я видела. А это шарфик. И здесь внизу вот такие вот кисточки. Симпатичный бежевый шарф. Вот. И он объемный. Сейчас. Вот такая вот история. Мне он нравится. Чисто, знаете, как что-то стильное, немножко закрыться от ветра. Огроменная праздничная посылка от Lily Silk. Это не реклама, они мне подарили это пальто. Они сейчас начали отшивать пальто с кашемиром, между прочим. И попросили сказать, что я думаю по поводу этого. Я обязательно им напишу. Но давайте вместе тоже рассмотрим. Здесь еще и такая... открытка с пожеланиями на Новый год. Это не знаю, что такое. Вау, пальто приходит в фирменном чехле. И действительно ношу их вещи, и я довольна качеством. Ого, я думала, оно чуть-чуть короче, но это даже хорошо. Вау, какой красивый цвет. Не рыжий, тоже, по-моему, Camel назывался. Я оставлю вам ссылку внизу. У них есть разные модели. Я взяла себе... вот такое. Оно без подкладки, как видите. Идеальный матч, вам не кажется? Слушайте, но реально классно сделано. Вау, у меня теперь будет очень качественное пальто на весну. Пальто выполнено из мягчайшего материала. Покажу вам поближе. И длина на меня лично прям очень хорошо. Я набросила на то, в чем была дома, и к угам. Окей, хотя с элегантными образами будет выглядеть еще эффектнее. Если помните, то в прошлом году я купила себе тоже пальто без подкладки, очень много его носила, совершенно в нем не мерзла. И у меня размер S, девочки. Что касается высоких S-ок, XS, то мне кажется, что не мешало бы чуть длиннее. Я напишу им об этом, но оно, как видите, на мой рост прям очень хорошо. Длиннее я потом сильно пачкаюсь. Я как-то так хожу, что заляпываю все сзади. Поэтому для меня пальто в пол не вариант, и на мне не всегда выигрышно смотрится. Так, здесь нет пуговиц, просто под запах. Но благодаря этому нам будет еще теплее. И если вы невысокая, но при этом носите даже M, то я думаю, что вообще никаких проблем не будет. Рукав отлично, меньше мне не хочется. XS даже не было, но мне вот очень-очень все подошло. Рукав здесь, видите, с таким небольшим разрезом, не узкий. Но у меня рост 1,62 м. Поэтому, девочки, кто хочет пальто сильно длинное на S-ку, то если у вас руки подлиннее, то тут уж смотрите. Не знаю, нужно им написать прям, знаете, так подробно обо всех нюансах. Мне, кстати, нереально жарко. Пояс достаточно длинный, чтобы завязать его. Можно еще посильнее затянуть. Большой объемный карман. Где он? Один и второй.
Ну, огонь, спасибо большое. Вот такая ткань, чуть-чуть ворсистая. Теперь буду с удовольствием носить весной, но хотя, когда у нас чуть потеплеет, то даже зимой. Так, раздеваюсь, потому что я сейчас сварюсь. У нас с вами еще осталась распродажная Зара, так что поехали, будем смотреть, что здесь. Очень много обуви. Я загорелась купить себе ковбойские ботинки или сапоги. И как раз вот пока цены снижены, решила взять себе три модели. Первые вот такие подешевле, на них я рассчитывала больше всего. А почему? Потому что мне, в принципе, нравится модель сама по себе на вот таком не ковбойском каблуке. Но 38-й оказался на меня большим. Поэтому не знаю, посмотрю, есть ли 37-й, покажу вам их на ноге. Вот эти я даже не стану обувать, они очень тяжелые и грубые. Вот выглядят такими массивными, и это кожа. Могут смотреться стильно, девочки, но мне кажется, что это вообще не для меня. Вот что касается этих... Я заказала их, мы с мамой еще смеялись, что они слишком ковбойские. Вот такая белая строчка на них. 38-й, я все взяла в 38-м. И вы знаете, надо подумать конкретно об этих. Они не высокие и не широкие. Вот такие. В целом это одни из лучших ковбойских ботинок, сапог, которые я мерила. Все они чересчур широкие и высокие на меня, и вообще непонятно, что происходит. Это, по-моему, кожа, насколько я помню, так как давно уже заказывала. Я хотела бы их носить с платьями, там, с шортами. Вот это, между прочим, распродажное платье Reserved из Liocella. Очень классная ткань. Черная, может быть, что-то посветлее, но как-то... Было, теперь есть у меня. Здесь такой рукав 7/8, завязочки и типа как вышивка. Нет, не вышивка, вязка, крючком, наверное, что-то в этом духе. На плечах и на рукаве такие кисточки. Я вот думала, что буду выступать с ковбойскими сапогами или с ботинками. Но как часто я их буду носить просто так... Я не знаю. Поэтому я подумаю, если оставлю, то оставлю. Но что-то... Вот если бы не было этой белой строчки, тогда оставила бы. А может, стоит что-то такое оригинальное взять и разнообразить свой гардероб. Видите, отхожу дальше, чтобы показаться в полный рост, и вообще тьма беспросветная. Не, такая высота ботинок... Явно не для меня, но еще больше мне укорачивают ноги. Они и так не длинные. Не стоит этого делать. Теперь не сезонное. У нас в этом году будет торжество, на которое мне нужны будут босоножки. Не знаю, серебристые или золотые, но свои серебристые я убила и взяла вот такие. Я их мерила в магазине и знала, какой мне нужен размер. Мне просто лень было нести их. Это 37-й, очень симпатичные. А эти поедут обратно, как-то они странно смотрятся на ноге, и плюс от пальчика здесь постоянно будет затираться замш. Но не замшевые, это натуральная кожа. И еще просто забросила в корзину, типа как лодочки, не лодочки, с открытой пяткой. Тоже на весну и на лето. Тауповый цвет, конечно, красивый, но не знаю, сейчас тоже определюсь. И вот эти мне нравится пластиковая обувь. Я имею в виду не только кожзам, но в смысле вот эти заровские из такого пластика, который мне не натирает, именно прозрачного. Поэтому для меня окей. Даже не знаю, нравится ли вам такое. Я хотела чисто к брючкам, знаете, чтобы видно было носок. И за счет того, что они прозрачные, с бежевым носочком, то нога визуально будет удлиняться. Наверное, оставлю. Они недорогие и устойчивый, удобный, невысокий каблук. Ну вот так с платьем мне не нравится. Я так не собираюсь носить это все дело. Обувать. Ну, вообще удобно, девочки.
Ничего не могу сказать. Но это на любителя, сильно прям на любителя. Я понимаю, что вы захейтите. Эти мне велики и вообще, знаете, такие как бабские. Однозначно нет. Каблучок, ну, чисто есть небольшой подъем, но это очень условно. И левый чувствую, что шлепает. Было еще несколько летних платьев, но не стану засорять эфир, это полный трэш. Девочки, и вот это показалось мне интересным. Это даже не платье, а сарафан. Потому что здесь вот ракушки всякие и ткань необычная. Но как же оно, зараза, светится. При том, что здесь подкладка. То есть сеточка, видите, подкладка. И она так просвечивается, что я даже не готова вам в таком показаться. Но с бежевым бельем оно все равно как-то очень странно. Можно даже вены на моем теле рассмотреть. Полная байда. Нет. Я очень редко показываю вам пиар-рассылки, я периодически их получаю, и это не все. Но у меня была такая огромная коробка от Эвелайн. Я вообще обалдела. Пополнение в линейке Варьете. Я уже достала эту тушь и сразу же ей накрашусь, потом можете увидеть, это коричневая тушь в конце влога. Вы посмотрите, какой эффект. Я в ней уверена, с ней у меня всегда просто роскошные ресницы. Глубокий такой шоколадный оттенок. Маркер для стрелок. Лайнер тоже в коричневом цвете. Это я попробую. Но черный у меня был. Черная тушь. Хайлайтеры. Интересно, что это хорошая пудра. Мой любимый карандаш в оттенке 3. Помада и карандаши для глаз. Слушайте, из вот этой коробки у меня уже часть есть, потому что я уже успела кое-что приобрести. Это будет в бюджетных находках. Остальное я разыграю. То, что у меня будет дублироваться, это тени для век. Жидкие металлические блески. Блеск у меня даже был в влоге, в праздничном влоге. Маска для губ, бальзам для губ. Это шоколадная коллекция. О бронзерах вы меня спрашивали. Это кремовые бронзеры. И вот это, девочки, это настоящая жемчужина, сияющая. Топер! Для глаз очень сложно это все достается. У меня есть такой же. Поэтому я знаю, о чем я говорю. Этот новенький не буду трогать, разыграю, как сказала. Оттенки кремовых бронзеров пока что не тронуты. Тот, который потеплее в номере 2 и более нейтрально холодный в номере 1. И пахнут они шоколадом. Завтра накрашусь всем этим делом. Еще одна коробочка с новинками Wonder Match. База для макияжа, жидкий хайлайтер. У меня тоже уже кое-что имеется. Палетки. Я просто не дожидаюсь переспака, очень часто приобретаю что-то, и потом это все дублируется. Так, палетки с хайлайтером, бронзером, румянами. Буду все тестировать. И кремовые румяна. У меня вот этот, наверное, есть. Показывала вам. И сейчас вижу, что какие-то новые цвета. Потому что я покупала 3 или 2. Ну, вот что-то такое. А сейчас целых 5. Благодарю, Эвелайн. Вот это да, в посылке с шоколадной коллекции были еще и конфеты. Вот такие. Вау, как симпатично. И они от бренда Carmelo. Я знаю, что они вкусные. Из люкса у меня тоже есть несколько новинок. Но давайте уже, наверное, в следующий раз обсудим это все. На этом я буду потихоньку заканчивать свой влог. Я надеюсь, вам сегодня со мной было интересно. Не забывайте о пальчике вверх. Это очень поддерживает меня как блогера. Дети там наверху сходят с ума. У нас воскресенье. Такая погода очень ветреная. Идет снег, но все равно мы пойдем гулять с Юки, чуть позже, наверное. И вчера, кстати, давайте я вам расскажу, дети были на дне рождения в лесу, представляете? У нашего, не у нашего, ну да, у нашего соседа в частности. У нас есть соседи, у них ребенок, пригласили мальчиков на день рождения, мы дружим. И знаете, с
одной стороны, вот как-то летом, весной, в начале осени, день рождения в лесу, ну, типа, понятно, можно интересное что-то придумать. А тут зимой. Но здорово то, что у нас снег, такой морозец, и они пошли, выполняли разные задания, то что-то нужно было найти, у них была своя карта, то разжечь огонь, то построить какой-то шалаш, ну и какие-то такие даже задания, которые они могут применить, например, в реальной жизни, как добыть воду и так далее. Дай бог, чтобы им это не пригодилось, но все равно для них это было интересно. Я думала, что они там позамерзают, они тепло оделись, термобелье, комбезы вот эти зимние, и только спустя 4 часа после того, как они пожарили на костре колбаски, поели, они сказали, что все, хватит, расходимся, потому что уже был конец дня рождения, но до этого они совершенно не просились обратно. Уже летят вниз. Нужно придумать им какое-то занятие, чтобы они не скучали и не разрушали все вокруг себя. Потому что их игры такие, они перевернули тут диван весь, все подушки. Ну, сейчас заставлю их обратно это складывать, раз веселье закончилось. Да, пока-пока. Мы с вами увидимся совсем скоро.